Всем привет, меня зовут Алексей, я владелец магазина пива Бирмак, который находится в городе Боярка. И хочу поговорить с вами о видах пива. Видов существует очень много. Принято классифицировать по дрожжам. Вот, например, подразделяют пиво. Если используется дрожжи верхового брожения, то это пиво принято называть элем. Оно обладает более ярко выраженными вкусовыми характеристиками, ароматом. Вот. И, например, существует там индийский светлый эль, американский эль, янтарный эль, битеры английские. То есть подвидов у элей очень-очень много. Также есть, когда используются дрожжи низового брожения, это пиво называется лагерами. То есть это такое фоновое пиво, без ярко выраженных вкусов, разве что только солодовый вкус. Вот, там их принято уже под какую-то закуску употреблять. Также есть смешанный вид пива, то есть который используется с использованием диких дрожжей. То есть это такое мартовское пиво, саур, ламбик, то есть они более кислые за счет диких дрожжей, такие экспериментальные, освежающие, легкие виды. С некоторыми видами пива вы можете ознакомиться у нас. У нас представлены как лагеры, так и эли. Вы можете прийти к нам и попробовать, и наши продавцы проконсультируют вас, чтобы подобрать оптимально подходящий для вас вариант.